Болгарию тут ехать, да. Такой шикарный спуск у нас. Ну, у нас херово видно, лучше туда. Вот, смотрите. Нас носит сюда в Болгарию. Мы становимся и вот так подсветим вам. И поплыли. Смотрите, какая красота. Ух ты. Танчик аккуратненько едет. Раньше его не слово. Мы немножко подъедем ближе. Если что, подтолкнем. Да, если что, вдруг он засядет, мы его подтолкнем. Коля едет сзади, тоже молодец, блин. Были выборы. Ну, на сороковых мы нищим цепляем, это круто. Да. Колейность – это бомба. На 35-х пацаны вообще зажигаем пацанам сзади. Крестятся, молятся. Толя вообще сознание у танчика там потерял, говорят, да. На шатырь, а, да, ну ничего. Они просто нюхают там сейчас непонятно что. Да. Непонятно что и непонятно у кого. Не, ну мы аккуратно, да, легенько дролим. Пацаны, что вы ползете? Давайте к коксу, пошли дальше, потому что мы воспираемся. О, вот это уже слышно наш подход, вот это правильно. Правильно, правильно, давайте, блядь, пиздуйте, ну. Именно пиздуйте, бо мы вас сейчас спремся. Вот красавцы, отлично. У нас тут впереди какие-то. Да спереди просто, тут непонятно, отъедет машинка, и они что-то едут, спят. Танчик записан. Красненько. Ребят, разгоняйтесь, ускоряйтесь, реально, они на мосты сидают. Да я не могу тут танчик, могу подталкивать только. Бля, танчики, вы спортсмены, ёбаный смешной. Погладив и пішов, перехрестився, щось убавити приварив. Ідіть в баню, хлопці, бля, я вам дорогу, сука, і грейдер горну. А ви там чижавуєтесь у мене ззаді. Давайте повзіть потихоньку і мовча. У них просто большая очковая кобра в машині, где-то лежит. Они поэтому медленно едут. Кировий грейдер. Ночной триал. С такими кренами, что мы без блоков тоже вот не включая, так немножечко под напряг идет. А потом вырываемся и пошел. Пацани, якщо впали в колі, тільки не зупиніться. Горніть похуй нахуй, лиш не зупиніться. Нормальний поход. Ах, хороший такой. Амналін, я бы так сказал. Да. Сейчас, может, не видно, но реально такие большие лесовозные колеи. Ох, боже, нервы все хорошие. То есть я вам скажу так, я не знаю, как 35-е там. Я чувствую вес. Мы на 40-ом. На 40-ых отлично. Реально отлично, ну реально чувствуется. Блять, супа вычусь. В общем, я вам скажу так. Те, кто не 35-х, уже пару человек сознание потеряло. Ну, это ночные, вечерние, так сказать, Карпаты. Танчик тоже уходит. Все идут, все окей? Фу, блядь. Мы с горки спускаемся. Если вы решите притормозить или резко случайно нажать на тормоз, то нас просто разворачивают. Из-за того, что здесь листья, почва, вы видите, какая мягкая. Поэтому... Мы на второй пониженный спускаемся и изредка... Давай скучку. Да, изредка приходится включать первую, потому что немножко аж разворачивало в эти поле. Но сейчас уже у нас спуск
такой более-менее нормальный, но там был намного круче, по которому нас на наших сороковых в школе пыталась выкинуть, развернуть. Ну, маленькая Коля была, поэтому, а так, все будет, все отлично. Поэтому такой шикарный ночной спуск. Вечерний Карпатский триал. Карпатский, Россия. Да вроде бы все. Ну давайте, давайте, піднажимайте. Гладьте ту педальку, хай машина відчуває радість життя. Вона вже так відчуває. Повірте, вона ще нічого не бачила. Якщо ви захочете, щоб машина відчула повний спектр всіх послуг Карпат, ви звертайтеся. Я вас поведу короткою дорогою дуже, а то далеко їхати і надовго. Ми дуже дякуємо. Давайте краще душою. Заднюю эту колесу выключить. Вы тебе дорогу подсвечивали? Мостом, вон, видите, как ковшом расчищает дорогу. Вот вам и несчастных каких-то 5 сантиметров, которые играют очень колоссальную роль на оффроуде. Давайте, газку пошел. Короче, мы подначиваем просто сейчас танчик, чтобы он обгонял Бармалея. Моргай Бармалею. Реально хочете? Я сідаю за деку і їду наперед. Ну, там, ну, немає нічого складного, може людям роз'яснити по дорозі, як там їх питання. Думаю, що вряд ли Коля захоче. Давай, танчик, левый ряд, черный дым. Наоборот, там подряд. Тільки я пам'ятаю, що ще не о 21 годині, зараз пів восьмої. Може ще трохи катнуть.
нормально їдем, їдем до Чанів. Якщо зараз КПМ, то ми приїдемо в Чани. Десь годинка, так 4-5 ранку. Це перебор, треба трішки менше. За рулем как-то не так, сбоку, блядь, чувствуешь себя хуже, блядь. Люстра у меня, дальний, оп, заработал. Отлично. Такие вот шикарные у нас повороты и спуски. Которые... Газовать не будем, лучше не надо. Скорость. Ну, мы на 4-й на пониженной летим вниз.